Всем привет, с вами Фристайлы, и сегодня мы продолжаем играть в Minecraft Pocket Edition. Итак, продолжим наш Evosome Survival. Остановились мы на том, что... Давайте еще раз прогуляемся в нашу пещеру, в наш огромный туннель, который мы построили. Вот так вот. Он далеко, далеко идет, но мы не будем спускаться, потому что... В предыдущей серии все это уже было. Что мы будем делать в этой серии, я до сих пор, честно сказать, не знаю. Может быть, песка кучу накопаем. Не знаю, сделаем дом из песчаника. Но дом из песчаника, не знаю, не очень хочется. Деревянный дом можно сделать, но не знаю. Можно сделать крепость вообще из всех этих предметов. Так, у нас всего один алмаз. Давайте сделаем наш дом. Так, сделаем погромче. Так, нормально. Итак. Даже не знаю. Ну, давайте закроем, во-первых, эту дырку. Дырка. О, черт. Так, закрывайся. А что мы сделаем? Мы сделаем, пожалуй, пока такие. Окей. Так. Что мы будем делать? Уголь. Точно. Значит, нужно сделать еще несколько печек, но сначала мы сюда переложим весь уголь. Так, отлично, 64. Stairs. Where is my stairs? Так уж ночь. Это плохо, что ночь, потому что, ну, плохо. Так и знал. Здесь, пожалуй, потом вот здесь. И вот. Отлично, дом сделал. Ладно, декором потом займемся. Так, сделаем, пожалуй, весь дом у нас будет из булыжника. Но так как я бы сделал его, я потом перестрою, конечно, его, когда будет обновление Майнкрафта. И будет уже, как его? Ну, блин, Stonebrick. Кладка каменная. Тогда я уже, конечно, сделаю эту каменную кладку и перестрою дом, чтобы он лучше, конечно же, смотрелся. А пока придется ограничиться вот таким простым вот домиком. Отлично, у нас вообще нет дерева, у нас вообще, правда, нет дерева. А, нет, у нас есть одно дерево. Куда бы мне его поставить? Пока никуда, потому что сейчас мы уже займемся полностью, будем отстраивать дом, делать этажи. Все это я делаю ночью. Вам вообще видно, интересно? Не знаю, так. Так. Дом. Итак, как я уже сказал, сегодня мы будем заниматься только домом. Может быть, не знаю, может, пойдем покопаем.
Лазурит. Ножницы есть, есть. Синий вол. А зачем он нам не нужен? Ладно. А как сделаем окна? Так, мы будем делать так. Даже так. Такие двойные окна. Двухъярусные. Так, потом отсюда вот сюда. Здесь окно. Так, ну, пока сойдет. Пока. Так. Пока меня не устраивает. Так. Ну, допустим, вот здесь окно. Нет. Да, нет. Здесь будет... Ох, я даже не знаю. Ну ладно, давайте пока сделаем вот так. А, черт. Так. Угу. Понятненько. Не. Факел здесь, факел здесь. О, господи. Ой, простите меня. За музиоту. Так. Мне не нравятся такие вот большие окна. На них очень много. Точно. Ай-яй-яй-яй. Вот так. То есть получится, как бы вот у нас будет. Точно, я вообще сделаю все такие окна. То есть... Да ну нафиг. Пусть вот так вот будет, будут окна. Так, тут... Тут у нас будет лестница. У нас есть лестница, у нас нет лестницы. Флинт. О, не флинт, это гравий. Не нужен. О, деревянные предметы там какие-нибудь лишние есть. А, железо. Одно. Лопат есть, есть. Так, давайте пока... А, да. Ай-яй-яй. Ой, блин, опять все надо. Ой, заново. Так, ладно, сделаем, допустим, верстак. Вот мы входим, и нам сразу надо воспользоваться верстаком. Да. Пока здесь. Ну, это пробные. Пробный дом. Пробный дом, блин. А, так. Да, отлично. Угу. Угу. Давайте пока поставим. Так, 17. Тук. Тук-тук-тук-тук. Давайте здесь нормально все сделаем. Для этого нам что понадобится? Правильно, дерево. О, дерево, дерево. Пошли копать дерево. У нас тут как раз есть небольшой участок деревьев. О, так, ну, в общем-то. Ну, в общем-то, и ничего. Просто будем копать деревья. Вот если бы в новом обновлении там был, не знаю, редстоун. Чтобы, наконец-таки, можно было электричество проводить. Было бы намного лучше. Майнкрафт бы стал намного интереснее. Pocket Edition, я сейчас о Pocket говорю.
Просто ему, конечно, очень далеко до... до этого самого... до компьютерной версии игры, но... хоть немного... хоть немного-то надо его лучше сделать. Более-менее похожим. На Майнкрафт, на компе. Так, дерево всегда нужно. Поэтому так много мы его... Так, ну, мне кажется, что достаточно. Сейчас пройдемся еще раз, саплинги соберем. А для чего вообще дерево собирал? Точно. Вот, о, саплинги, ладно. Саплинги, потом уже немного времени осталось. Итак, что можно выкинуть из этого лапора? Интересненько, интересно. Так, пусть пока так. Что же можно выкинуть? Гравий. А разве... О, господи, у меня еще одна. Один стек. Ты кто такой? Давай, до свидания. Там... Нет, там только этот самый... Гравий. Все тот же гравий. Давай... О, как раз. Давай. Я надеюсь на тебя. Да. Не понял. О, черт, у меня были... Как же я так не заметил? Да, это... Эпик фейл. Как так не заметить, а? Стеклянные эти панели. Ой. Так, если... Ай-яй-яй. Осторожно. Ауч. Больно. Так. Так, 16 хватит. Ох, боюсь, не хватит. Где они? Ну давай, что ж так медленно-то? Так, ну вроде нормально. Смотрится так. Шикарно. Так, давайте закончим этот этаж, что и сделаем. Да, я уже даже знаю, как я сделаю. Так, лестницы. Нужны лестницы. Что можно выкинуть? Бесполезно. Лестницы. Палки. Fuck the world. Давай быстрее. 6 лестниц. К черту, сейчас все 6 потратим. 1, 2, 3. Дин-дин-дин-дин-дин. 1, 2, 3. О, черт, уже темнеет, как раз успеем. А, хотя нет. Ладно. Ладно, сделаем в следующей серии, потому что время уже подходит к концу. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, добавляйте в избранное. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. Пока. Да, удачи.